Друзья, сегодня мы поговорим о монашестве и об отречении от мира, и как, собственно, в настоящее время идет очень легко, с особой легкостью, подмена этому настоящему монашеству. Еще почти 200 лет тому назад святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что монашество напоминает широко цветущее древо, изнутри все сгнившее, первая буря сломит его. Вот что пишет священномученик Киприан Карфагенский о монашестве. «Если мы любим Бога всем сердцем, то ни родители, ни детей не должны предпочитать Богу. Преподобный Антоний Великий, отвращение возымей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и к чести людской. Живи так, как бы тебя не было в мире сем, и обретешь покой». Преподобный Антоний Великий, молил я Бога показать мне, какой покров окружает и защищает монаха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами, и множество ангелов охраняли его, как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда я вздохнул и сказал: вот что дано монаху. И несмотря на то, дьявол одолевает его, и он падает. И пришел ко мне голос от милосердного Господа: никого не может низложить дьявол, он не имеет больше никакой силы после того, как я, восприняв человеческое естество, сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим страстям и похотям. Я спросил, всякому ли монаху дается такой покров, и мне было показано множество иноков, огражденных такой защитой. Святитель Василий Великий, имей уши, отверстие к слушанию, и руки готовы исполнить слышанное, уста имей молчаливыми и сердце осмотрительное. Преподобный Ефрем Сирин, не пострижение и одеяние делают монахом, но небесное желание и божественное житие, потому что в этом обнаруживается совершенство жизни. Преподобный Ефрем Сирин, как бросивший камень в чистый источник мутит его, так ответ монаха, произнесенный с гневом, возмущает душу ближнего. Преподобный Иоанн Кассиан, так как хитрейший змей не перестает блюсти пету нашу, то есть наветует нашему исходу и до конца жизни нашей старается нас запнуть, уязвить, но ты не получишь никакой пользы от того, что хорошо начнешь и покажешь ревность при начале отречения от мира, а конец не будет согласен с началом, если не сохранишь до конца нищеты и смирения. Смирение Христово согласно обещанию своему. А чтобы тебе сохранить их, блюди главу змея, то есть первые помыслы, внушаемые им, и немедля открывай их старцу, то научишься сокрушать вредоносную главу его. Преподобный Федор Студит. Многодетельна жизнь монаха и многотрудна, требует пота и терпения, главнейшее же смирение. Преподобный Иоанн Лествичник, знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, на котором одна есть стезя, только вводящая в заблуждение, она называется самочинием. Святитель Игнатий Брянчанинов,
Мне думается, что лучше, чем этот величайший святой последних времен, в монашестве и не скажет, чтобы нас вразумить. Цель монашеского жития состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу в достижении христианского совершенства. Мы для того и вступаем в монастырь, чтобы открыть в себе скрытно живущие страсти и отношение нашего естества к духам злобы, которым оно поработилось произвольно. Для того мы разрываем узы с миром, оставляем общество человеков, родственников, имущества, чтобы увидеть наши внутренние узы и расторгнуть их десницы Господа. Монаху предстоит борьба с естеством. Наилучший возраст для поступления на эту борьбу есть юношеский. Он еще не скован навыками, в нем произволение имеет много свободы. Монашество есть подвиг вышеестественный. Оно есть тоже мученичество в сущности своей. Монашество состоит в изучении всех заповедей, всех слов Искупителя, в усвоении их уму и сердцу. Подвиг всякого инока сверхъестественный, он непременно должен быть сопряжен с победой над скотоподобным свойством телесным, соделавшимся по падении принадлежностью каждого человека. Все виды монашеской жизни разнообразны только по наружности, имеют только одну цель – что оно в настоящее время собой представляет. Ни для кого не секрет, что одно из первых обетов в монашестве – это отречение от мира. Преподобный Иоанн Кассиан пишет: «Есть три рода отречений от мира, которые каждый из нас должен совершать со всем тщанием. Первое из них есть то, в котором телесно оставляем все богатства и стяжания мира. Второе – то, в котором оставляем прежние нравы и порочные страсти, как телесные, так и душевные. Третье – то, в котором, отвлекая ум свой от всего настоящего видимого, созерцаем только будущее и желаем невидимого». Наряду с этим древние мужские монастыри не должны общаться с представителями другого пола были. Теперь трудно найти мужской монастырь, где молодые монахи не общались бы с женским полом. Сколько угодно и молодых девиц приглашают в монастыри петь на клирос. Так и ребят молодых в женские монастыри, где вместо того, чтобы блудную страсть обуздывать, она еще более разжигается. Но когда, простите, выше духовное руководство оправдывает монахов, которые якобы многих приводят к вере своим уходом из монастырей, демонстрируя свое вокальное искусство под видом исполнения каких-то церковных песнопений, ну это в лучшем случае, а то и такие поют, что будьте любезны. Тоже трудно что-либо непосвященному человеку, мало понимающему в духовной жизни, доказать и объяснить, что монашество лишь в той степени полезно, в какой оно приводит к христианству. Довольно много случаев, когда, например, актриса, мало имевшая успех в кинематографе, приняв постриг монашеский, начала направо и налево на телевидении проповедовать, которая не только не начала бороть самую страшную заразу века тщеславия, губившую все труды, которые есть и даже есть, а даже эту страсть усугубила. Как сейчас легко все подменили, и народ с радостью и восторженностью это все принимает и одобряет, потому что ничего не понимает в духовной жизни христианства. Эти вещи должны объяснять настоятели на приходах. А у нас даже на православных каналах подчас такое говорят и показывают, что уши вянут.
Мне неоднократно приходилось руководству писать и обращаться, но кроме возмущений и несогласий, отписок каких-то ничего и не получал. Вот мне хочется вашему вниманию зачитать интервью, которое брала Юлия Варенцова в программе телеканала «Спас» у небезызвестного иеромонаха Фотия. «Как я стал монахом?» Вопрос иеромонаху Фотию. «Вы стали монахом, чтобы уйти от мира, а теперь вернулись в мир. Причем вернулись суперзвездой». «Нет, я не вернулся. Это так кажется. Я стою на улице, это же я не вернулся в мир, я просто с вами разговариваю. На самом деле в душе я тот же монах. И также молюсь, когда я наедине с самим собой. За рулем я тоже молюсь. И без помощи Божией, без его поддержки ничего не случилось бы в моей жизни, и сейчас не случается. Поэтому я практически под Божьим крылом нахожусь в таком необычном амплуа, все равно вижу, что Господь мне благоволит. Вы концертную площадку используете как миссионерскую? Нет, не использую. Есть, конечно, миссионерские эффекты от моих песен, но главная задача – привести человека в некое такое умиротворение на концерте, чтобы он о чем-то задумался, заглянул в свое сердце. Может быть, пошел бы потом в храм, увидел бы, что священники – это не какие-то там попы, как в советское время называли. Это люди совершенно адекватные, не маргиналы, и они уходят в церковь не потому, что им больше нечем заняться, а потому, что они очень хорошо знают, что такое церковь, и видят, что именно в церкви их служение. И это высокое служение, которым Господь сподобляет каждого священнослужителя. Это является не профессией, это является призванием. И этим дорожит каждый священник. Священство само по себе, оно стоит даже выше царя, потому что царя на царство помазывает священник. Маленькие такие царики такие ходят, но я шучу. Да. А включаете религиозные песнопения в концертную программу? Да, конечно. Не обязательно по настроению. Если это пост, то включаю свои обработки песнопений постовых. Сейчас пока мало таких наработок, но в будущем, наверное, буду планировать целую программу, чтобы весь концерт был только из духовной музыки. Но все равно не каждый это может потянуть. Не каждый может выдержать такую тяжелую для неподготовленного уха музыку. Люди привыкли к более понятному музыкальному языку. Даже если это незнакомые редкие произведения, которые я выцепляю из общего фонда нашей эстрады. Не только наши. Я иностранных много песен пою. Даже если она на иностранном языке, я чувствую в ней некий посыл, энергетику. Я знаю, что если ее спою, и это проверенные песни, которые прошли проверку до того, как я их в концерты взял, они очень хорошо принимались зрителям. И люди спрашивали меня, чтобы я еще раз ее спел. Настолько люди привыкают, что уже не мыслят концертов без этих эксклюзивов. Лирические произведения, романсы, классика, переложения для фортепиано эстрадных хитов, как мировых, так и отечественных. Мы это делаем вместе с моим концертмейстером. Делаем такие причесанные аранжировки, которые не будут копировать чью-то музыку, а это будет новое прочтение. Даже если это роковая баллада, мы стараемся сделать ее как можно мягче. А как поклонницы проявляют свои чувства к вам? У вас же есть поклонницы? Поклонницы очень сдержаны ко мне, потому что они понимают, кто я. Заметьте, да? Кто я? Каким саном облечен? И они не пишут какие-то фривольные мысли и достойно себя ведут.
Ну, бывают, конечно, исключения, но, как правило, диалог, там больше трех предложений, не продолжается. И человек попадает в черный список за некультурное поведение. Вот отрывок из полного интервью с иеромонахом Фотием. Людям непосвященным, думаю, мало что скажет. Конечно, они найдут в его исполнении душевную пользу, но в этом-то люди многие ошибаются. Душевное бывает только удовольствие, а пользу приносит исключительно духовное. А духовное только там, где рождается смирение, без которого никто не видит спасения своей души. И мало людей увидят в монахах, которые в клобуках исполняют классические произведения на рояле, скрипки, духовную пользу, либо арии из опер, сняв священническое облачение под бурные аплодисменты, выдавая виртуозные пассажи. Мысль о себе, говорит святитель Василий Великий, что дошел до высоты смирения, служит поводом к возношению. Кто преуспел в высшем смирении, тот слышал укоризны, не смутится душой от того, что бесчестит его словами, поскольку сам он себя осознает еще более достойным унижения. Навык смирения как бы отсекает душевную раздражительность. Смиренный мудрец состоит в том, чтобы всех почитать превосходнейшими себя. Смиренный мудр не тот, кто о себе говорит мало, при немногих и редко, и не тот, кто униженно обращается с низшими себя, но тот, кто скромно говорит о Боге, кто знает, что сказать, о чем помолчать, в чем признать свое неведение, кто уступает слово имеющему власть говорить и соглашается, что есть люди, которые его духовнее и более преуспели в умозрении. Вот, я думаю, что хватит, наверное, нам слов святых отцов, чтобы понять, что такое монашество, кто такой настоящий монах, кто такой отреченный от мира, и кто такой, у кого есть настоящее, искреннее, нелицемерное смирение. Помоги нам, Господи, встать на этот путь искания истинного христианского смирения.